В апреле нынешнего года старейшее учебное заведение Кубани Краснодарская детская школа искусств имени Григория Федоровича Пономаренко отпраздновало свой 100-летний юбилей. За столетнюю историю школу окончили более 9 тысяч выпускников, многие из которых в дальнейшем стали известными музыкантами, прославив не только Кубань, но и всю Россию. Более четверти века это образовательное учреждение носит имя прославленного кубанского композитора. Краснодарская школа искусств – это прекрасное образовательное учреждение культуры, в стенах которого на протяжении целого века педагоги помогают ребятам раскрывать творческий потенциал и оттачивать свое исполнительское мастерство, воспитывая любовь к культуре и искусству. В нынешнем юбилейном для школы году было решено дать концерты лучших исполнителей для других школ искусств Кубани, которые также носят имя Григория Федоровича Пономаренко. И вот краснодарцы в нашем городском доме культуры. Певец России и кубанской земли – это Григорий Федорович Пономаренко. Я вот привезла в подарок наш буклет к столетию и сборник песен Григория Федоровича. Его слова оказались пророческими. Я обязательно вернусь. И он вернулся и будет жить еще долгие-долгие годы в сердцах и в творчестве не только взрослых людей, но и детей. Эта школа искусств является основоположником музыкального образования одаренных детей в крае. Солисты и творческие коллективы учреждения регулярно участвуют в конкурсах и одерживают блестящие победы. Среди наших учеников есть и яркие звездочки. И вот часть из них мы привезли сегодня, чтобы показать их творчество. И мы дружим с Вероникой Ивановной Журавлевой Пономаренко. С удовольствием выступаем на сцене филармонии, причем не только сами дети или преподаватели, но и вместе с творческими коллективами филармонии Пономаренко. Но все, конечно, в школе идет от педагогов. И у нас такой гармоничный коллектив, в котором более трети молодых преподавателей 30-35 лет, которые своим примером показывают образцы исполнения, не боятся сцены. Многие из выступивших на концерте юных исполнителей уже добились впечатляющих успехов на российских и международных конкурсах. И им есть что продемонстрировать. Учащиеся и преподаватели Славянской школы искусств имени Григория Пономаренко были очень рады, что к ним приехали представители школы, также носящие имя известного композитора. Такое творческое общение обогатило всех. Впереди у краснодарцев и славянцев новые горизонты творчества и новые вершины исполнительского мастерства, которые им обязательно покорятся. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин, программа «События».